Добрый вечер. Вы слушаете специальную программу для меломанов. У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. За пультом Максим Осипов. Сегодня в нашей программе Selfish, Portishead, Фикция, Willard Gun Conspiracy, а открывает нашу встречу электронщик из Нью-Йорка Бен Найл с композицией Goldbug. Электронщик представил на своем новом альбоме Goldbug довольно любопытную смесь брейкбита и джаза. Эту пластинку выпустил лейбл Antilles. А теперь перейдем к более спокойной музыке, меланхоличному попу от новой шведской группы Selfish. Послушаем песню Wishing Well. You.
Selfish прозвучала песенка Wishing Well с их дебютного альбома Wanting You Would Be, выпущенного шведским отделением компании Warner. На очереди еще одна любопытная новая пластинка. Это концертный альбом Portishead, который называется Roseland, New York City, Portishead Live. Послушаем песенку с первого альбома. Она называется Roads, в концертном исполнении. La 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 la.
Последний, третий концертный альбом группы, который называется Roseland New York City Portishead Live, выпущен фирмой Go Beat. Зотика. Панорама альтернативной музыки для тех, кто мыслит и действует альтернативно. Любопытный московский проект «Фикция» записал целый альбом ремиксов, который называется «Пересмеси». Пересмешиванию подверглись произведения таких артистов, как «Future Sound of London», «Банк Эдагая», «Муслим Гаус», «Cold Cut» и «Outtaker». Предлагаю вашему вниманию вариант, который дает «Фикция», композиции «Муслим Гаус» под названием «Devotion of Abdul Karim».
прозвучал ремикс, изготовленный московским проектом «Фикция». Ремикшированию подверглась композиция «Муслим Гаус» под названием «Девоушенов Абдул Карим». Ну а на прощание американский ответ Нику Киеву и Tinder Sticks. Группа называется «Wheeler Grand Conspiracy», а песня, которую мы услышим, «St. John Street».
микрофона, как всегда, Андрей Борисов. За пультом Максим Осипов. Сегодня в нашей программе Электростар, Лос Амигос Невизиблс, Том Зи, Life and the Cosmonauts и Lounge Brigade. Открывает нашу встречу электронное трио с довольно необычным названием At M to X. Thank you.
Это были британские поклонники группы Крафтверк, трио Add Down to X. Их пластинку, которая называется, как и пьеса, которая только что прозвучала на проводах наших нервов, выпустила фирма Mute по лицензии Satellite Records. Ну а продолжает тему ретро-музыки немецкая группа Electro Star. Их пьеса называется The Future Was Yesterday. Смотрите, ты видел? Да, это был Союз 17. Союз, слышите меня? Вернитесь! Этого не может быть! Союз, слышите меня? Have some fun before I die or till the morning comes. Whichever comes. Singing and grooving in a city that is booming. It's my idea of absolute worth. And there are kids and everywhere that you kick. There's something or someone on the line. I can read this when I want to, where I want to, so can you come. The future was yesterday. Have a little fun and enjoy the sunny side of this love. Because somewhere in outer space and cyberspace or at my place, there's a lovely place to wine and dine. The one that I've met in CyberNet with CyberCheck seems to know what is on my mind. The future is what it is. The future's more than now and then, because the future was yesterday. Песенка ганноверской группы «Электро Стар». Действительно, космическая тематика неожиданно превратилась в самое махровое ретро. Ну, а пока покинем космос для того, чтобы вернуться на грешную Землю, точнее, посетить страны третьего мира, где, собственно, и функционирует фирма известного музыканта Дэвида Бирна, которая называется «Лака Боб». Бирна
не дают покоя лавры Питера Габриэла и его фирмы Real Wood, поэтому он окучивает в основном Латинскую Америку. Я рад вам представить две новые пластинки, вышедшие на этикетке Дэвида Бирна. Одна из них — это группа из Венесуэлы, которая называется Los Amigos Invisibles. Послушаем песенку «Ча Чаборо». Слегка современные венесуэльской группы Los Amigos Invisibles. Их альбом, напомню, выпустила фирма Luaca Bob, которую руководит Дэвид Бирн. Альбом называется The New Sound of Venezuela Gozadera. Что такое Gozadera, я не знаю, но тем не менее перейдем к еще одному любопытному релизу фирмы Дэвида Бирна. Это бразильский исполнитель из города Сан-Пауло, зовут его Том Зи. Послушаем песню, которая называется «Ксикуэ, ксикуэ». We'll be right back.
Обещал, вернемся в космос. На сей раз послушаем группу Light and the Cosmonauts. Это финские адепты серф-рока. Прозвучит пьеса Look No Head.
подписчики Лайка и Космонавта исполнили песню «Смотри, нет головы». Это песенка с альбома «Абсурдистан». Мне очень нравится слово «Абсурдистан». По-моему, оно идеально подошло бы для названия нашего государства. Тогда «Look No Head» могло бы быть государственным гимном. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Последний номер будет исполнен американской группой Lounge Brigade. Бригада комнаты отдыха недавно выпустила на фирме Шаначи свой альбом под названием Put Some Style In It. Lounge Brigade играет модную коктейльную музыку в эстетике Combusty Bladies. Сейчас вы услышите в ее исполнении известную песенку группы No Doubt, Don't Speak. Thank you.